Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел День Орловской области. В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча президента ТПП Сергея Катырина с губернатором Андреем Клычковым. В ней принял участие и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Речь шла о реализации инвестиционных проектов и перспективах экономического развития региона. Нас познакомили с развитием области, с динамикой, которая есть. Нам показалось, что очень хорошие результаты на сегодняшний день достигнуты. И самое главное, есть серьезный рост по инвестициям, хорошая диверсификация экономики, есть и промышленность, и сельское хозяйство, и торговля. Я должен поблагодарить нашего губернатора Клычкова. За последние 2 года сделал очень многое. Во-первых, на четверть увеличил доходы в бюджет и одновременно многое делает для того, чтобы втащить в область самые современные технологии. Я уверен, что откликнутся и белорусы, и европейцы. Сегодня мы фиксируем положительную динамику и в агропромышленном секторе, и в секторе промышленного производства. Нам за прошедший год удалось существенно продвинуться вперед и получить статус территории опережающей социально-экономического развития, особой экономической зоны. И сегодня все эти слагаемые позволяют говорить о возможностях расширения и роли региона в экономике страны, ну и в целом создания благоприятных условий жизни региона.